Всем привет! Сегодня мы приехали за шиповником. Это очень полезная ягода, и поэтому мы должны ее собрать. Шиповника здесь очень много растет, но ягод не так сильно, это уж очень мало, даже можно так сказать. Ну, еще есть на веточках, поэтому надо успевать собирать. Очень много молодого шиповника. Вот такие у него листья. Довольно он красивый, симпатичный. На некотором уже листья пожелтели, но есть еще и зелененькие листочки. Середина сентября. Было очень много заморозков, но ягоды еще живы, они мягкие после мороза, даже вкусные. Очень полезно ложить в чай. В нем много витамина С, он укрепляет организм. Является прекрасным желчегонным средством. Вот на этом кустике очень много ягодок сохранилось.